Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале про еду о еде. Сегодня мы приготовим жульен в булочке. Подготавливаем ингредиенты. Куриное филе, грибы, сливки, сыр, лук и булочки. Кубиком нарезаем куриное филе, грибы, лук. Натираем сыр. Обжаривать будем на сливочном масле. Выкладываем все нарезанные ингредиенты и перемешиваем. Обжариваем около 7 минут. Рецепт домашних булочек с кунжутом уже на канале. Вырезаем середину булочки, куда будем выкладывать нашу начинку. К обжаренному куриному филе добавляем соль и заливаем сливками. Тушим еще 5 минут. Выкладываем в булочки и ставим в форму. Форму предварительно необходимо смазать маслом. Ставим в духовку на 5 минут. Наш жульен готов. Всем приятного аппетита и спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.